Медленно, но верно приближается Новый год, новогодние праздники. Вот, и всех подписчиков и участников нашего канала, Сергей Замбровский, музыкант. То есть я поздравляю с наступающим Новым годом, желаю удачи в Новом году и чтобы он, разумеется, был получше, чем уходящий. Вот такая здесь обстановка. Вот, но какая бы ни была обстановка, а работать все равно надо. Работать надо, и я сейчас хотел бы остановиться на том, как заменить левую часть гармонии от одной на другую. То есть вот в данном случае, как видит уважаемый зритель, здесь очень мало голосов, очень мало басов, а также и голосовая система. Это левая сторона, да? Тут я уже снял временно клавиши, кнопки, да? То есть в данном случае что я делаю? Ну, нет безделья, конечно. Что я делаю? Я заменяю, значит, всю вот эту внутреннюю часть, внутреннюю, она 12-кнопочная, то есть басов здесь 12 кнопок, вот здесь, да? А мне нужна вся вот эта внутренность вместе с кнопками, вместе с голосами, вместе с тягами, вся вот эта платформа нужна, да, или вам нужна, чтобы пересадить на другую гармонь. Поэтому здесь такого ничего нет сверхъестественного и трудного. Нужно освободить голосовую систему, скажем так. Вот, голосовую систему. А затем платформу, все это вырезать нужно. Все вырезать платформу и пересадить туда, на ту гармонь, которую вам необходима. Вот. Как видит уважаемый подписчик нашего канала, здесь мало голосов и мало басов. То есть здесь, еще раз повторюсь, значит, здесь всего лишь 12 кнопок, предполагается, 12. А все гармонисты знают, что нормальная гармонь, стандарт, имеет 25 кнопок. И тем не менее, иногда приходится вот делать пересадку всего вот этого внутреннего механизма. Итак, возьмем Proxon. Хороший аппарат, который поможет не только замок сломать там где-то и дверь вскрыть в квартире, которую вы ключи потеряли, но также и во многих других случаях. Ну, конечно, очки не помешают. И включим вот здесь. Получается, за 3 минуты и уже одну сторону я уже освободил здесь практически, да? Осталось здесь, здесь и здесь. А затем вся вот эта платформа выходит, и вы ее ставите на другую гармонь, которая вам нужна. Вот здесь я на всякий случай покажу наши телефоны. 0176-763-5793. Пишите нам, звоните. Можно и изображение на этот номер посылать. WhatsApp здесь работает, и Viber, и голосовые сообщения, ну и, разумеется, голосовая связь по этому телефону. Итак, с вами был и остается музыкант Сергей Замбровский.